Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest Info, и сегодня я вам покажу, как настроить Realme 11 RMX 3780 изменить обои. Чтобы для настроить изменить обои, нам будет нужно зажать на экран, после чего перейти в обои, и здесь уже мы можем выбрать обои с альбомом имеющимся. И вот, например, статически у нас есть такие вот обои, установим примерно вот такие, применить на два экрана. И идет настройка. Как мы видим, обои изменились. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.